Здравствуйте, ребята! Я вас рада приветствовать на третьем уроке по глаголу. Откройте, пожалуйста, свои рабочие тетрадочки, запишите сегодняшнее число, классная работа, чередование «е» и «в корне», инфинитив. Я уверена, что многие знают, что такое инфинитив глагола, знают, на какие вопросы отвечает инфинитив глагола. Кто не знает, сегодня об этом узнает. Я напоминаю про условное обозначение. Если вы видите блокнот и ручку, и написан текст синим цветом, значит, вы это записываете себе в тетрадь. Если вы видите книгу, просто нужно обдумать, прочитать. Если видите вопрос, то на вопрос нужно ответить либо письменно, либо устно, в зависимости от задания. Сегодня мы с вами будем говорить о чередовании гласных «е» и «и» в корне глаголов. Итак, приступим. Смотрите на нашу карту. Все больше и больше открывается неизвестных мест. Сегодня мы с вами будем говорить о чередовании гласных в корне, об инфинитиве и о таком постоянном признаке глагола, как возвратность. Итак, начнем мы с вами с чередования «е» и в корне глагола. Итак, обратите внимание на табличку слева. Если в корне, в бездарном положении, есть выбор между «е» и, например, слово «замереть». Замерить или замерить? Очень сложно определить, если ты не знаешь этого правила. Необходимо свериться со списком. Посмотрите, сколько глаголов мы видим. И они все парные. Что значит парные? Это значит, что корень один, а гласные разные. Это чередование. Например, бер, бир, дер, дир и так далее. Вы видите все на своем экране. Обратите внимание, что если за корнем нет суффикса «а», как в слове, например, «замереть», то мы пишем букву «е». Если суффикс «а» есть, как, например, в слове «собирать», вот он суффикс «а», то мы пишем букву «и». Итак, правило у вас перед глазами. Написали цифра 1, нарисовали табличку. В левой части в корне «е» в скобочках нет суффикса «а». Во второй части в корне «и» в скобочках есть суффикс «а». Сейчас будем распределять с вами глаголы по этим двум колоночкам. «Замереть» – корень «мер», нет суффикса «а». Пишем в первую колонку. Корень выделяем. Гласную в корне подчеркиваем. Собирать корень бир. Есть суффикс а. Выделяем корень бир. Подчеркиваем гласную и. Суффикс а выделяем так же, как выделяется обычно суффикс. Застилать корень стил. Есть суффикс «а», в корне выделяем гласную «и», выделяем суффикс «а». Запереть дверь, корень «пер», нет суффикса «а», букву «е» в корне подчеркиваем. Да, слово «дверь» тоже лучше записать, чтобы было понятно, что это за глагол. Расстелить корень «стел». С одной из «раз» — это приставка, а «стел» — это корень. «Стел» — буква «е», «е» подчеркиваем, нет суффикса «а». Растереть корень тер, нет суффикса а, букву е подчеркиваем в корне. Блестеть корень блест, суффикса а нет, е подчеркиваем. Отпирать дверь, корень пир, и подчеркиваем, суффикс а выделяем.
Замирать, корень мир, и подчеркиваем, суффикс а выделяем. Итак, мы с вами выполнили, разбили все слова на две группы. Там, где корень с буквой е, и там, где корень с буквой и, из суффикса. Проверьте, пожалуйста, чтобы у вас были выделены все корни, подчеркнуты все буквы е или и, и там, где и, должен обязательно быть выделен суффикс а. Цифра 2. Прочитайте предложение, выпишите выделенные слова, обозначьте в них корень и суффикс, если он есть. Итак, я подожду, пока вы сделаете это самостоятельно, а потом мы с вами вместе проверим. Те слова, которые нужно выписать, выделены синим цветом. Все предложения списывать не нужно. Только те слова, которые выделены синим цветом. Итак, цифра 2. Выписываем 6 слов. Выделяем корень, подчеркиваем гласную, выделяем суффикс, если он есть. Смотрим в таблицу. Корни узнаваемые. Корень выделили, гласную подчеркнули, суффикс выделили. Если он есть. Итак, потихоньку начинаем проверять. Выбирает корень би, суффикс а. Подстелил корень стел, суффикс отсутствует. Поэтому буквы. Гласные в корнях обязательно подчеркните. Задирай корень дир, суффикс а выделили и подчеркнули. Потеряешь корень тер, е подчеркнули, суффикса а нет. Дерутся корень дер, суффикса а нет, е подчеркнули. И последнее слово наберешься, мягкий знак не теряем в окончании. Корень бер, суффикса а нет. Жду еще минутку, пока вы все выделите. Надеюсь, вы все успели записать. Мы продолжаем дальше. Возвращаемся на нашу карту. Итак, мы с вами сейчас поговорили о чередовании е и в корне слова. А еще у нас есть тема инфинитив. Казалось бы, что мы там не знаем инфинитив? Это начальная форма глагола. Давайте посмотрим. Итак, инфинитив. Пока писать ничего не нужно, пишем только то, что синим цветом сейчас только слышим. Инфинитив от латинского infinitivus, неопределенная, это неопределенная форма глагола, которая отвечает на то, что делать, что сделать. Помните, пожалуйста, про мягкий знак. Это самое главное правило касаемо инфинитива. Мягкие знаки почему-то куда-то деваются, все время пропадают. На конце инфинитива после букв Т и Ч пишется мягкий знак «улыбаться», «са», «привлечь». Обратите внимание, что слово «улыбаться», «са», «ци» — это окончание, а слово «привлечь» — окончание нулевое. А как вы думаете, какое еще окончание бывает у инфинитива? Если вы очень внимательно смотрите сейчас на слайд, то вы увидите слово «нести». И окончание у него «ти». Обратите внимание,
слове «улыбаться» окончание «ц» с мягким знаком, в слове «нести» окончание «ц» с буквой «и», а в слове «привлечь» окончание «нулевое». Это нужно запомнить. Итак, запишите, пожалуйста, слова «улыбаться», «нести», «привлечь» и выполните морфемный разбор. Морфемный разбор – это разбор слова по составу. Итак, разумеется, когда после того, как вы выделили окончание «ц», вы определяетесь с основой. Основа «улыбаться». Уже можно выделить постфикс «ся». Назвала его постфиксом, все заметили, я надеюсь. Я вам чуть попозже объясню, почему я так называю. Ту часть, которую вы привыкли называть суффиксом. Улыбы, корень, а суффикс. В слове «нести» все очень просто. Те окончание «нес» – основа, и «нес» является корнем. Привлечь – нулевое окончание. При – приставка. Ну, все слово «основа» является, разумеется, при – приставка. И «влечь» – корень. Поставьте циферку 2. Составьте и запишите словосочетание с глаголами формы инфинитива. Менять нельзя. Эти глаголы в инфинитиве я вам написала для того, чтобы вы запомнили, как они пишутся. Там достаточно сложное написание гласной перед окончанием. Ее нужно запомнить. Да, почему он так пишется? Просто нужно запомнить. То есть вы составляете именно словосочетание, не меняя форму глагола. Например, лаять на кошку. Или клеить обои. После того, как вы записали лаять на кошку и клеить обои, остальные, пожалуйста, придумайте свои сочетания сами. Ясно? Итак, я жду, пока вы запишете все эти словосочетания, не меняя форму инфинитива. Обратите внимание, последнее слово записала. Дело там не в гласной, а скорее в середине слова. Очень часто встречается эта ошибка, поэтому я вам ее отметила. Грести в инфинитиве нет буквы «г». Не гребсти ни в коем случае. Но личные глаголы пишутся с буквы «б». «Грибу», «гребешь». Имеется в виду в лодке, да? «Грести в лодке», например. Ребят, призываю вас много времени сейчас не терять. Ну, буквально первое, что приходит в голову – клеить обои, таять весной, совсем отчаяться. Что-нибудь очень простое. Главное записать эти глаголы и запомнить, как они пишутся. Итак, мы продолжаем дальше, возвращаемся к карте. Мы с вами говорили о чередовании, сказали об инфинитиве начальной формы глагола. Что же такое возвратность? Вы еще и выделены в рамочку, да? Это говорит о том, что это постоянный приемный глагол, так же, как и вид. Посмотрим. Итак, ребят, сейчас пока не записывайте, только внимательно слушайте. Возвратный глагол и невозвратный глагол. Это один из постоянных признаков возвратности. Это постоянный признак глагола. А тут все очень просто. Даже вопросов никаких задавать не надо. Если вы видите суффикс «ся» или «с», это возвратный глагол. Если этого суффикса нет, то глагол невозвратный. А, кстати, я вам уже назвала его постфиксом, да?
в науке принято «ся» и «се» называть постфиксами. Мы тоже будем с вами так делать для того, чтобы помнить о том, что это не просто суффикс, это постфикс, который говорит нам о возвратности глагола, как мы его запомним лучше. Почему называется постфикс? Приставка «пост» обозначает «после». Постфикс – это суффикс, который стоит после окончания. Почему же эти глаголы называются возвратными? Что вообще это означает? Куда они возвращаются? Непонятно. А начнем с того, что постфикс «ся» или «се» в другом варианте – это сокращенное местоимение «себя». Оно просто присоединилось к глаголу, и глагол стал со значением возвратности. Что это значит? Это значит действие, возвращенное к себе. Например, одевать кого-то, действие направлено на человека, на кого-то, да? Не обязательно человека. Собак тоже можно одеть, когда холодно. А одеваться с постфиксом «ся» – это уже действие, возвращенное к себе, одевать себя. Вот такая вот история о возвратности глагола. А сейчас я вас попрошу написать в своей тетрадочке самостоятельную работу, выписать из текста возвратные глаголы, вставить пропущенные буквы, если это необходимо, в этот глагол, разумеется, и выделить постфикс. Итак, сейчас вы выписываете только возвратные глаголы. Я не выделяла синим цветом только эти глаголы, чтобы вам не подсказывать. Поэтому выделите, пожалуйста, их сами. Выпишите из этого текста только возвратные глаголы. Хитрость такая. Смотрим на постфикса. Если есть постфикса, выписываем этот глагол и выделяем постфикс. Пока вы выписываете, вы наверняка вспомните еще одно правило. Вспомнили? Еще в раннем детстве впервые раскрывается перед нами обширный светлый мир. Раскрывается. Пропуск. Есть там буква или нет? Что мы делаем? Мы задаем вопрос. Еще в раннем детстве впервые раскрывается. Что делает? Раскрывается. Здесь никаких мягких знаков ставить вы не будете. Выделяете постфикс «ся», ставите запятую и выписываете остальные глаголы из этих предложений. Строго говоря, это не текст, а набор предложений. Разбитых предложений. Ребят, подходит к концу наш третий урок. Если у вас остались какие-то вопросы по уроку, либо по теме, вы можете написать мне на электронную почту. Так указывайте, пожалуйста, свою фамилию и из какого вы класса, чтобы я знала, с кем я разговариваю. Я надеюсь, с выписыванием возвратных глаголов вы справились успешно. Вспомнили такое правило, как мягкий знак в «ца» или «ца» глаголах. Позадавали вопросы. На сегодня можете отдыхать. Спасибо за внимание. До свидания.